Так, надо купить в магазине, значит, это... Всем огромный привет, с вами я, Ловерфлей, и это первый способ, как убить Мэлона капканом. Вкратце, сегодня видео не про капкан, а про бомбы. Ну что ж, погнали. Можно попробовать защититься от толстого зомби, но это вам не поможет. Как я говорил, он вас даже мертвым достанет. Ай, падла! Бэнк не удался. Случайно взять за место фальшивых гранат настоящую. Бери любую и метай. Ладно, хорошо, сейчас возьму вот эту, пожалуй. Лови, ё-мо! Можно ее съесть. Ням-ням-ням-ням. Гранаты также можно драться в прямом смысле. И тут, короче, технические неполадки. У Мэлона оторвалась рука и куда-то улетела. Не знаю, как это произошло, но зомби, походу, был Халком. Также можно сделать баг из этих гранат, что у них не будут оторваться чека. Сперва надо взять много бомб и взорвать их на одной гранате, чтобы она почернела. И отдирайте чеку, и она не отдирается, как вы можете заметить. Как это так? Я все-таки думаю, что вот это был точно баг. Ну ладно, ребята, с вами был я, Ловерфлей. До скорых встреч, до следующего ролика. Если будет много лайков, я расскажу, для чего нужна бочка. Заводи, Илон Маск! Поехали! Давайте, ребята, скоро обычный день в Мэлон Плейграунд. Не прощаемся! Ё-моё! Папа, ты мне опять машину угробил! А-а-а!